неизвестная болезнь, от которой умирают люди в Южном Судане, россиянам вроде как можно не бояться, успокоили в Роспотребнадзоре. Важно решить, как противостоять штамму омикрон, и власти придумали план. Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давеча», меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Оплата за проезд со скоростью 3G. В кировских автобусах обновили терминалы для оплаты. Говорят, теперь тормозить система не будет. Не нашли работу по специальности, государство обучит новой, причем бесплатно. Но есть несколько условий. Не переживайте, ибо все равно срубили под самый корешок. Власти рассказали, откуда товар на елочных базарах Кирова. О надоях и грядках говорили сегодня в правительстве. Подвели итоги работы аграриев в уходящем году. Говорят, вятские сыры скоро могут покорить весь мир. Своевременно приняли меры. Владимиру Путину доложили о планах борьбы с омикроном. Чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса, в стране разработан целый комплекс мер. Первое и самое главное – выявление и изоляция заболевших. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, вирус в страну завезли россияне.